Так, друзья, еще раз всех приветствую на своем канале. Вот и прошел долгожданный бой Андраде Василевский. Я для вас его записал, мой прогноз зашел. Кому интересно, посмотрите. Давайте смотреть. Вот, конечно, этот поединок, напоминаю, это главный бой сегодняшнего вечера, сегодняшнего турнира «Россия 9». Вячеслав Василевский против Вискарди Андраде. Андраде под окон. Хорошая комбинация. Бразильца и Югослава. Отвечает своей двойкой. Андраде. Продолжает активно давить Вячеслава. Вот, кстати, его всегда отличала такая достаточно агрессивная манера ведения боя. Мы помним его поединки в боевом самбо и в ММА. Да, Вячеслав всегда отдавливает своего соперника. Агрессивно ведет поединок. Пропускает, правда, вот как сейчас. Длинная серия в исполнении Вискарди. Промахивается лоу-кик Андраде. Был вариант, да, Вячеслава атаковать. Вячеслав выцеливает, не торопится. Да, выжимает. Кажется, чуть-чуть пока Вячеслав больше на эмоциях работает. Надо немного успокоиться, потому что, опять же, уровень Вячеслава очень высокий. Тем не менее, вот сейчас задел. Вот жало, понятно, все, отпусти. Такого клинча, клинч почему ударов не нанес, хотя бы. Колени, есть свечка, друзья, право на вас, Вискарди. Еще попадает здорово руками, Вячеслав Василевский продолжает давить. Хорошо, поджал сетки, нету пространства для ухода у Вискарди Андраде. Здесь по корпусу можно было попробовать побить. Вячеслав Василевский, бразилец, не пускает. О, хорошо, вот он сам, пожалуйста. Великолепный бросок в исполнении Вячеслава с подсечкой. И вот переоказывается Василевский сверху. Нет, друзья, сечки нет. Вы знаете, по крайней мере, она незаметна. Локтями работает здесь Вячеслав Василевский из такого положения. Пытается сместиться. Улучшить собственное положение. И локти также подключает Вискарди Андраде. Прикрывается Вячеслав. Внимательно головой, еще раз повторяю. Делает Рита Корнеев в рефере. Делает рефере замечание Вячеслава Зелесного, понимаю, за опасное движение головой. Да, тут достаточно опасно, действительно, Вячеслав. Делает движение головой, все так. Тем не менее, удар он наносит. Корпус, голова, вот. Везде пытается Вячеслав достать соперника. Это правильно, максимальная активность, максимальная агрессия. Для нанесения, опять же, максимального урона. Здесь опять пытается работать локтями, Вискарди. Настоящий удар сейчас от Василевского и снова по корпусу. Но такое ощущение, что ждет момент для того, чтобы набросить ноги на треугольник Андраде. Ну тут сложно набросить это будет, но, ну, конечно, пытаться можно. Но пытаться вообще можно сделать много. Вот получится ли? Вячеслав работает по корпусу все так же. Замок у Андраде сейчас открыт. Вот снова закрыт на пояснице у нашего спортсмена. Активно достаточно защищается Андраде, сейчас разворачивается головой к центру, не пускает его туда Вячеслав. Да, пытался таким образом скрутиться. Андраде нет, не позволяет. Селезкий все так же, корпус головы работает. Слава. Здорово, Кавапресс использует мощный удар. 40 секунд до конца первого раунда, пока что все отлично, потому что стойки мы видели, попадали оба достаточно плотно. То вот здесь, конечно, после шикарнейшего броска. Мы заберем самый, наверное, на 4 балла прямо уверенно. Вероятно, почему и нет. Еще одна голову сейчас боковой от Василевского заходит. 10 секунд, друзья, до конца первого временного отрезка. И пока все. Раунд идет. В первом раунде Вячеслав доминировал. Тут, я думаю, никто не скажет обратного. Увидим, что будет второй. Да, такой момент, что сейчас будет происходить в стойке. Потому что вот мы видим, что Вискарди попадает и находит момент для того, чтобы пробивать защиту Вячеслава. Но при всем при этом Василевский продолжает идти вперед, активно давит. Хорошо. Действительно, успех Славы не настолько очевиден. Очевиден, значим, да, как в Патре, который мы видели после очень эффектного аппетитного броска. Называется потери. Вискарди Андраде, прощаюсь. Вручил, попадает опять в правый размер. Жесткий. Оба хотели снести друг другу голову. Вячеслав был поточнее. Нанес более мощный удар, но Вискарди Андраде пока гнется на него ломается. Он даже не гнется, не скажет, что он прям сгибается. Тем не менее, отвечает хлесткими, достаточно точными ударами. И пока выиграли. Оба. Мы видим, что Вискарди Андраде не отдает ни одного эпизода. Просто так, Вискарди сейчас зацепил соперника. Вячеслав, очевидно, надо продолжать. Еще раз попадает на голову. Болтает Андраде, но надо аккуратненько, аккуратненько доработать сознанием дела, где нужно лететь. Да, вот в таком эпизоде был сейчас.
сейчас запуск может дарваться отличный удар, который абсолютно не нужен, и тогда, казалось бы, поля победа будет упущена. Вроде бы восстановился немного обрада и лезет вперед хорошо. Это и падает! Друзья, и отрабатывает соперника Вячеслав Василевский, но вовремя закрывает гард здесь и опять ляжет соперника, не собираясь проигрывать. Из гарда отрады, хотя отличный эпизод был для Вячеслава Василевского. Да, упал бразилец после двойки, тоже зашедший в цепь уже в борту Вячеслава Василевского. И здесь сейчас наш спортсмен начинает вот так же, как синий, например, первый раунд работает гард, который находится... Возвращение удары. И есть сечка вот сейчас у нас в гарде. К сожалению, плохо видно, где именно и что рассечено. Возможно, это даже у Вячеслава рассечение, друзья, похоже. Кстати, похоже на это. Потому что вроде бы лицо чистое у Вячеслава Андраде. Он даже успел-то, да? Да, вот именно в каком-то из-за ударов лопнет снизу. Очень может просил бразилец. Похоже, похоже. Но Вячеслав продолжает активно отрабатывать сверху. Использует камерфисты. Продолжает то, что вот это потрясение, которое получил Андраде в работе стойки, еще не прошло до конца, поэтому нужно напомнить о нем. Что Вячеслав делает? Достаточно удачно. Хороший мощный удар на него в его исполнении. То есть используя сетку, бразилец пытался свернуться. Не получается. Да, не пустил его туда Вячла. Хорошо, видно, готов функционально. И да, вот так разворачивает Вячеслав соперника. Снова гвоздящие удары. Старается атаковать по туловищу и переводить опять же на голову. Вячеслав и камерфисты неплохие. Ну, по корпусу Вячеслав, на мой взгляд, бьет не так мощно, не так сильно, как голову. Вот, мощный удар, Сергей, с другой руки. Две минуты, до конца второго раунда остается у нас. Очень активно, кстати, советую секундарку своим подопечным, я имею в виду, конечно, бразильцев. Это мои, сейчас слишком на шум, друзья. Да, мы бы слишком районным балом. Совершенно точно. Ну, такой удар может быть, скорее всего, просто ловко, действительно, несенного снизу. Ну, такое рассечение, в смысле. Да, такое эффект. Удар ловко, да. Имел бы я. Продолжаем. 15 секунд. Возник, пришел Василевский. Но при этом сохраняет присутствие духа. Вискарди Андраде защищается. Еще. Удар Вячеслава. Stand up, okay. Okay, take a chair, let's go. Хорошо опять. Прошивает защиту оппонента с двоечки Вячеслав. Ну все, вот эта мини-серия проходит регулярно. У Славы, да, надо продолжать, надо бить. Я думаю, что будет пытаться сейчас сокращать дистанцию. И тем как выйти, конечно, есть силы Вискарди Андраде. Но здесь Андраде попал в защиту. В своем предыдущей атаке, в своем предыдущем эпизоде. Вячеслав Василевский поджимает. И еще попадает. Лишь завершил комбинацию левым рукавом Вячеслав. Еще раз удар и падает. Ты потрясенный, Андраде. И еще раз навзничь. Вот тут, наверное, да, стоило бы добить сверху и ввязаться Вячеславу Василевскому. Очень хорошо в стойке Вячеслава проходили его удары. Надежно, точно. Несколько раз был Вискарди Андраде потрясен, конечно, в броге. Хорошо, активно работает Вячеслав, здорово, опять камерфист поменяет и вновь попускает свои локти острые. Вискарди Андраде, там опять открывается рассечение. О, да, ну тоже несколько Вячеслава, конечно, да, то есть там мало там замазать, да. Но стечка небольшая сама по себе, между раундами видели мы, ну, более-менее, как она выглядит. Но, тем не менее, каждый лист попадания, вот она снова открыта. Корпус-голова работает Вячеслав, в том же стиле, по той же методике, что до этого, в партере, гвоздящими ударами. Вбивает просто голову соперника в канвас, но бразилец не думает сдаваться. Да, вот здесь он терпит. И, конечно, в стойке, мне кажется, у Вячеслава получилось бы все гораздо быстрее. Потому что он реально начал серьезно прошивать защиту оппонента, хорошо потряс несколько раз, упал на даун. Так, как во втором, так и третьем раунде. Но в итоге вот Вячеслав добивает соперника в партере достаточно успешно. Но больше всего расходов. Хотя, конечно, не надо зависеть. Возможно, в этом стоял план Вячеслава Василевского. Меньше двух минут остается у спортсменов до завершения времени у поединка. Снова камерфисты, снова работа через туловище на голову. Молодец, отлично. Все хорошо получается у Вячеслава. Своей активностью он не позволяет Виктору Корнееву перевести бой обратно в стойку.
Хотя, опять же, еще раз подчеркиваю, мне кажется, что если бы это случилось, то уже бы Андраде мог оказаться в нокауте. Но нет, продолжает он терпеть, продолжает защищаться, как-то вязать руки Вячеслава, не давать ему бить, но при этом даже нет ни намека на потенциальный сабмишн. Но сил на него, на этот сабмишн уже, конечно же, нет. Вот разбитый губы видно здесь у Вискарди Андраде, разбит нос также, но бразилец, да, не думает сдаваться, и, ну, скорее всего, досрочного поражения для него здесь сейчас не состоится. Да, но в любом случае, Вискарди Андраде показывает себя в очередной раз как очень терпеливый боец, очень выносливый, с характером, с большим сердцем, который не сдастся, несмотря ни на что, будет продолжать терпеть до последнего. Да, уже несколько эпизодов сегодня было, которые Вискарди мог бы сказать: нет, все, я устал, я ухожу, забросил Вискарди Андраде, ехать обратно в Бразилию. Но нет, бразилец до конца дорабатывает. Попадает Вячеслав Василевский в очередной раз. Мощно, сильно, точно. Но бразилец не сдается досрочно. 10 секунд! Да, 10 секунд, надо еще потерпеть, и победа будет в кармане. Звучит гонг, друзья, Виктор Корнеев. Главным бою вечера. Победу единогласным решением судьи одержал the winner by unanimous decision Вячеслав.